Всемирно известный итальянский режиссер Луко Гуаданино в Голливуде уже давно свой человек. В его фильмах всегда играют только лучшие американские и британские актеры. И вот теперь он взялся за экранизацию «Лебединого озера». Правда, от знаменитого произведения останется только сюжетная линия, театральных элементов и балета не будет. Главную роль исполнит Фелисити Джонс. Ну и надо сказать, что между киностудиями шла борьба за этот проект, но в результате права получила Universal. Теперь к другим новостям. Осенний сезон – это всегда время громких премьер на телевидении. Вот и канал HBO готовит очередной проект, который обещает стать успешным. В сети появился трейлер нового сериала под названием «Двойка». Он будет посвящен американской порноиндустрии. Главную роль сыграл Джеймс Франко. Причем актер был один в двух ролях – братьев-близнецов, возглавивших индустрию порно в США в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. Американская актриса русского происхождения Маргарита Левиева сыграла девушку-героя Франко, а Мэгги Джилленхол примерила на себя образ проститутки с Таймс-сквер. Премьера «Двойки» запланирована на 10 сентября. Барри Дженкинс, получивший в этом году «Оскар» за свою картину «Лунный свет», готовится приступить к работе над своим новым фильмом. Дженкинс взялся за экранизацию романа «Если Бил Стрит могла бы заговорить» Джеймса Болдуина, американского писателя и активного борца за права человека. Съемки фильма начнутся в октябре, а вот кто сыграет главные роли, пока неизвестно. На YouTube установлен новый рекорд. Клип американского рэпера Уиза Халифа на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру, стал самым популярным видео сервиса. Ролик набрал уже почти 3 миллиарда просмотров. У прежнего рекордсмена сервиса клипа «Gangnam Style» на миллион просмотров меньше. Уиз Халифа вошел в тройку рэперов, чьи клипы превышали отметку в миллиард просмотров. Кроме Уиза, такой посещаемостью отличались клипы Эминема и Дрейка. В Голливуде дети часто идут по стопам своих родителей. Так, например, дочь Умы Турман и Итана Хоука, ей сейчас 19 лет, год назад попробовала себя в качестве модели, но там, видимо, что-то не задалось, и девушка решила попробовать себя в кино. Майя Турман-Хоук получила свою первую роль в новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Это новый проект канала BBC, и Майя в нем сыграет сестру главной героини. Съемки начнутся в следующем месяце. Была моя любимая книга в детстве, кстати.